Бронзовый призер Олимпиады в Токио казахстанский дзюдоист Ельдос Сметов вернулся на родину. Спортсмена встретили родные, друзья, поклонники. Напомним, Ельдос уверенно дошел до полуфинала и уступил с небольшим отрывом двукратному чемпиону мира японцу Наохису Таката. Считаю, что для меня Олимпиада прошла успешно. Я боролся за победу до конца. Бронза – это тоже успех. Моя медаль – это достижение всей страны. Всем благодарен за то, что болели за меня.